Рабочую группу встречает запах свежей краски. Управленцы спешили привести в порядок подъезды. По словам жильцов, впервые за 25 лет. О визите комиссии управляющую компанию предупредили сами проверяющие. Правда, от жалоб это их не избавило. Я на первом этаже, с меня берут за лифт. Ну хорошо, он правильно, он в нашем доме, но я им не пользуюсь. Этот дом на Еременко оформили в стиле эклектики. Светодиоды соседствуют с батареями советского производства. Дизайнерскому решению жильцы не рады. Говорят, лучше бы качественный ремонт сделали. Управленцы в долгу не остаются. У них свои претензии к жильцам. В пример приводят помятые почтовые ящики. Выходит два студента и благополучно его деформируют. То есть ментальность людей, части людей, которые здесь проживают, она далека от совершенства. Примирить обе стороны возможно, считают чиновники. Достаточно не выносить ссор из избы. Такая политика управляющей компании властями приветствуется. Мы надеемся и с каждой работой управляющей компании, чтобы они, эти жалобы не приходили к нам. Они должны приходить в управляющую компанию для их реакции. Тогда люди будут верить. Проверка оставляет за собой и замечания, и советы по решению проблем. В случае повторных жалоб от жильцов чиновники придут снова. Организации, которые дважды проигнорируют предписание госжилинспекции, рискуют остаться без лицензии. Анастасия Кованцева, Сергей Зайцев, главные новости.